5 часов утра на пороге отдела полиции Волжского района Саратова возник мужчина. Несмотря на толстую сумку на ремне, почтальоном он не был, а был простым наркокурьером, которого замучила совесть. Затем произошло еще более неожиданное. Из брошенной на пол сумки посыпались свертки, а из кармана показался пистолет. Хотя и пневматический, но с виду очень грозный. Вы находились в состоянии наркотического опьянения в этот момент? Да. Отправив гостя исповедоваться к следователю, сотрудники уголовного розыска и бойцы Росгвардии блокировали дом, в котором проживали друзья наркокурьера, и всех их задержали. Хозяйка жилища оказалась 19-летней девушкой, ее 22-летней знакомой. Вместе с ними были задержаны еще двое молодых людей, один из которых судим за незаконный оборот наркотиков, второй – за кражу. Задержанные пояснили, что некоторое время назад им на телефон стали приходить СМС с предложением хорошего заработка. Впоследствии выяснилось, что заработать предлагается путем распространения наркотических средств. После колебаний молодые люди согласились, получили крупную партию наркотических веществ и сделали закладки в различных частях города Саратова. В ходе обыска на съемной квартире, а также изъятия закладок из указанных задержанными тайников, обнаружено изъято около 250 граммов синтетических наркотиков. Задержанным предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. В настоящее время следствие продолжается. Анатолий Чернов, Михаил Белоусов, Вести, дежурная часть, Саратов.